Козловском районе прошел 7-й турнир по волейболу среди школьников Чувашской и Марийской республик. За звание лучшей волейбольной команды боролись 12 юношеских и 10 команд девушек. Как проходили и чем закончили соревнования, узнала наша съемочная группа. Юные спортсмены поразили организаторов и судей недетской воли к победе. После игр в группах определились финалисты. Борьба за третье место проходила между волейболистами 1-й столичной гимназии и 6-й новочебоксарской. В итоге со счетом 2-0 бронзу завоевали спортсмены города Спутника. Мы играем в первой лиге Чувашии. Ну, спорт не мешает, потому что он, наоборот, дает больше уверенности в себе и также в учебе помогает. Чем больше дел, тем быстрее все делаешь и успеваешь. Волейбол – уникальная командная игра. Турниры можно проводить в любое время года. Обязательное условие – наличие крытых спортивных площадок, которых в Козловском районе достаточно. Сегодняшние наши школьники, завтрашние наши будущие. И от того, какие будут наши дети, такая будет у нас будущее, такое будет у нас будущее. И поэтому я думаю, что раз наше правительство нам создает такие условия, ведь мы раньше даже не смели думать, что у нас будут такие физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн круглый год, спортивные залы, все, что хочешь, занимайся, только не ленись. Первое место разделили между собой команды из Приволжска, Республики Марий-Эл, и средней школы номер 38, города Чебоксары. Всех победителей и призеров соревнований наградили дипломами и ценными призами. Дарина Игнатьева, Регина Кубакина, Александр Петров, Республика.